3 марта, накануне 90-летия со дня рождения выдающегося государственного деятеля, видного дипломата, почетного гражданина Казани и набережных Челнов Фикрята Атабеева, состоялась конференция в формате круглого стола, посвященная его жизни и работе. Символично, что вспоминали первого секретаря обкома КПСС в здании, которое появилось в Казани, в том числе благодаря его усилиям во втором высотном корпусе КФУ. Будучи еще студентом 4 курса, стал секретарем партийной организации факультета, куда входила вся профессура, с которой у Фикрята Ахметзяновича складывалось уважительное и доверительное отношение благодаря его высокой эрудированности и не по годам жизненной мудрости. Надо сказать, что отношение Фикрята Ахметзяновича осталось таковым, и даже тогда, когда он вышел на заслуженный отдых, и все время с добротой, тогда я еще в университете не работал, отзывался вот о Казанском университете, о годах учебы и об отношении к профессуре как к особой касте. На памятном мероприятии о выдающемся руководителе вспоминали его современники и преемники. Почетными гостями стали первые лица республики, представители правительства и Государственного совета Татарстана, различных министерств и ведомств, общественных организаций, образовательных и научных центров. В завершении встречи ректор КФУ объявил о принятом решении создать в университете именную аудиторию, посвященную Фикряту Ахметзяновичу. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.